have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы сейчас идем делать третью кнопку, которую мы еще не видели. Давайте вместе посмотрим. Четвертую мы уже нажимали, это нам сломало весь геймплей к черту. Идем делать третью. Сейчас мы подождем, пока дверь-то откроется. Black Doctor. Причем даже по счету оно идет типа как четвертое, но почему-то оно не сработало. Потому что из-за того, что вода поднимается, мы больше не можем нажимать на кнопку. Классно, да? Офигенски просто. Мне тоже показалось. Вот, надо быть в восторге от того, что происходит. Сейчас наконец-то сломаем четвертую. По этим корням я не могу ходить. Я бы сейчас поднялся бы, зарядился там. Но нет, спасибо. Корни у нас нематериальны. С этим все хорошо. Но тут я залезть не смогу. Конечно, не смогу. Зачем? Ну, то есть, в самом-то деле. Такая мелочь. В воде ж быстро передвигаться нельзя. Мне же вообще несложно навернуть тут еще 35 кругов, пока я плаваю, да? Где эти сраные цветы сейчас брать? Все утонуло нафиг. Может, вот тут? Да, вот тут еще можно. Супер. Так, где там была эта штука, куда мне нужно запрыгнуть? Я сейчас вспомню. Прошлая серия вообще-то канала, потому что мало того, что был вот этот факап с посохом, которым я очень сильно расстроил, потому что я всю игру собираю, игра такая, а к черту, все, не надо тебе больше. Так к тому же еще и за собственное же любопытство игра вот таким вот образом тебе говорит, а иди-ка ты знаешь куда, и все. Все, затопили мы территорию наконец-то. Куда мне теперь надо, я без понятия. Надо пойти цветочки еще один сожрать где-нибудь. А давайте на вот эту полянку. Да, и наверное вот туда наверх каким-то образом. Я понимаю, что сюда, где цветы... А, вот они. Ай, просто... Спасибо. Давай, гавкай его сюда. Гейзер. Угу. Сейчас я заряжусь. Он же будет работать теперь... Спасибо за то, что он будет ровно работать, ага. Не-не, не смей падать. Вернись ровно. Так, а нам туда, туда. Сюда. Сюда. Так, а что это за место и почему? Нет, стой. Без понятия, что я тут делаю. Ладно, получилось забраться и получилось. Типа какая-то крыша мира, не знаю. А тут невидимая стенка. Сюда забраться можно, а тут просто невидимая стенка. Игра такая, а иди-ка ты, дружище, просто лесом. У тебя получилось забраться, поздравляем.
Что, где мне надо открыть? А, вот это вот, ого. Ну, на самом деле, можно попробовать. У меня-то этот работает. Скорее, скорее, скорее беги, скорее беги. Тап! Если б ты прыгнул еще ровно, спасибо тебе огромнейшая игра. Я вообще не уверен, что мне сюда надо. Ну, типа, да, мне туда надо, но я не уверен, что таким путем. В данном случае просто из-за того, что во многих аспектах игра сделана максимально криво. Я не успеваю, мне кажется. Или я что-то не то делаю, или нужно не так. Сейчас посмотрим. Да прыгнешь ты! Нажал прыгнуть и F. Он берет просто F в стенку и типа... А я не успеваю зарядить гавку, погоди. Мне точно... Сработало, не сработало. Кнопки работать будут, пожалуйста? Я нажимаю R. А, я потратил гавк, да? Я понял. Хорошо, да-да-да-да-да. Ладно, согласен, согласен. Согласен. Где оно? Иди сюда. Мне нужно было самому сюда целиком забраться-то. А, вот как оно. Ладно, хорошо. А, но бы все равно, я бы все равно не смог сюда пройти. Хорошо, годится. Значит, я, видимо, что-то правильно сделал. Это было криво, но это было правильно. Посох. Явно не сюда. Это просто кнопка катапульта. Туда, кстати. Только подозрение, что реально туда.
Спасибо. Прямо над нами, скорее всего, владелец этого посоха. Сейчас будем смотреть, как туда забраться. Подожди. Через... Здесь мы вроде никак не заберемся. А как тогда? Вот сюда. Теперь наверх. Тут должны идти сработать по прыжки. Так. Нет. Да? Теперь не гавкни, а возьми посох. Спасибо. Блин, это все на одну кнопку. И куда это я? Можно наверх. А, стой, а зачем? Но мне же туда. Или нет? Спасибо. Нет! Сейчас. Он, скорее всего, вот тут. Вон он. Смотрите, сейчас будет пропущен как минимум один. Да. Как раз тот один, которого я там случайно провтыкал. Спасибо тебе, игра. Вот его как раз и не хватает. Потому что я хотел идти его искать. А игра меня просто взяла и вытащила в следующую зону, не дав мне дорыться там. Не дав мне по-человечески поискать, меня просто выкинуло. Это печаль. Хорошо, теперь можно идти дальше. Не будет полного прохождения. Ну, как бы ладно. Скажем так, что когда я играл в Stray, я гораздо больше расстроился из-за того, что я не нашел эти воспоминания, чем, например, играя в эту игру. Потому что Stray гораздо более качественно сделан, во-первых, а во-вторых, как это сказать-то, она дает гораздо больше эмоций и удовольствия.
Здесь у нас геймплей, по сути, довольно однообразный. Он прикольный, да, у меня нет ничего плохого, что сказать про него. Именно про геймплей, я не буду говорить про исполнение. А вот. Подожди, я сначала пойду заряжусь. А вот, но... Старые гораздо более широкая, гораздо, ну, гораздо более обширная по геймплею и по, ну, сюжету. Ну, кстати, сюжет подается, в принципе, таким образом, что... Ну, вот, типа, то, что ты видишь, то оно и есть. Никто тебе ничего больше не объяснит. Где можно зарядиться? Черт, вот эти побегушки, они просто... А-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот, можно зарядиться. Почему я продолжаю сравнивать эту игру со Stray? Я даже не знаю. Я даже не знаю, в одном ли они бюджете находятся. Просто у меня изначально сложился такой вайб. А теперь... Я практически... Ну, не то, что уверен. У меня такое ощущение, что... Они очень далеко друг от друга. То есть, что Stray гораздо более качественная, гораздо более круто сделанная игра. Хотя вайб до сих пор остается похожим. Так, ну нам вроде туда. Ой, извиняюсь. Мы подбираемся к верхушке. Вот. По сути, нам нужно, наверное, заглушить этот вулкан. Ну, типа, ничего не произошло, потому что я сразу гавкнул не на то, да? Угу. Интрига здесь сохранялась именно за счет... поиска посохов и их владельцев. Как только ты пропускаешь хотя бы один, собственно, то, что сейчас со мной получилось абсолютно непроизвольно, вот, оно очень сильно влияет на качество дальнейшего прохождения. Ну, то есть просто уже больше нету того самого стимула идти и исследовать каждый угол. Кстати, я не знаю, сколько тут серии осталось до конца, но там у нас, по идее, сколько, 5 человечков оставалось. Ух ты ж я. Сюда у нас не получается. А так это же... Но ведь это импосибру. Вы чё? Я ж так не долечу. Это же невозможно. Вон та штука еще должна подняться, да? Ну, до туда я не достаю. Да... Не. Да? Да прыгнешь ты по-человечески или нет, блин, лисы кусок. Ну, не... Физика здесь сделана просто максимально отвратительно. Хватило на два гавка, хватило все-таки. Да, теперь достану, хорошо. Если бы этого еще и не хватило на два гавка, и мне пришлось бы... Нет! Фух, блин, я уже думал, не долечу. И мне пришлось бы еще раз бежать, это было бы вот отвратительно. Ну вот она уже верхушка, вон эта пещера, блин, Саурон, жди. Идем кольцо просто уничтожать.
Так, кстати, трупешник. А посох твой где? Нужно не сколько трупешники искать, а сколько вот такие вот амулеты. То есть плащ и наличие амулета дают гарантию того, что это нужный трупешник. А где твой посох? Возможно, что-то как-то с этой башней связано. Мы сюда, кстати, не ходили. Здрасте. Давайте запитаем. Ну, это, конечно, классно все, но это не дает нам ответа, где посох. А, вот он. Ну, возьми, пожалуйста. А можно я еще и заряжусь где-нибудь? Ну, просто было бы прям хорошо. Где у нас? Вон там за камнями были эти, да? Ну, вроде да. Поехали. То есть, видите, мы все равно находим, все равно ищем все дела, но сейчас это доставляет гораздо меньше удовольствия, чем когда у нас был стрик. Когда был стрик, было прям хорошо. Сейчас это уже скорее по инерции. Сколько у вас там осталось, ребят? А, этот был еще и обязательным для прохода, да? Я как раз хотел сказать, а как проходить-то теперь? Ладно, осталось 4, осталось прям вообще немножечко. Этот был еще и обязательный для прохода. Chapter 6. Начинается. Это ничего не делает, к сожалению. Хорошо, что я свечусь. Это пропасть какая-то? Это что это такое? Я не хочу туда сваливаться. Не видно ни чертища. Музыка страшная. Пытаются напугать. О, тут цветы у нас растут. Тут можно будет подзарядить. По крайней мере, тут цветы очень явно видно, потому что тут все светящееся. Блин. Об стенку долбануло. Идем еще раз зарядимся. Тут ходить без света вообще без, вообще без вариантов без света. А вон то мне не надо. А там я вошел, да? Да. А куда нам дальше? Вон туда, но так я туда не допрыгну. Или допрыгну? Допрыгну, ладно. А, ого! У нас тут трупешник. А где твой посох, дружище? Хм. В такой темноте хрен че найдешь.
Это у нас не запитывается? Не запитывается. Ладно, у нас осталось 4 трупешника, один из которых мы уже нашли. Еще бы его посох найти. Показалось, что вот он, этот посох стоит. Ага, это просто корень. Корень зла. Так, ладно. Пойдемте поищем. Где он может быть? Я ж туда подымался, да? Вот сюда я не ходил. Да не нагнетай. Это тоже мы кругаля дали, получается. Что сюда, мы выходим здесь. Ну вот нет, ну серьезно. А вот мне вот это вот по миллиметру тут все вынюхивать. Тут он может быть. Спасибо тебе огромное. Блин, а прикиньте сейчас, если эти трупешники будут обязательны к дальнейшему прохождению, игра такая скажет, ну вот молодец, ты до сюда дособирал. Теперь тебе нужно прям обязательно всех найти, чтобы пройти дальше. Прикиньте, да, это уже второй такой случай. На это гавкнуть нельзя? Можно туда пройти. Но нужно ли мне туда? Ладно, пойдем. Это выглядит... Я не пойму, то ли это пропасти, то ли еще что-то. Я не хочу на них наступать, ну его нафиг. Так. Вот так. А он покраснел что-то, этот огонечек. Это на время, не на время. Ладно, мне это на самом деле сейчас не очень понравилось. Что я должен был сделать, извините? Успеть? Эта штука только поворачивать может, да? Ну и как бы, и что теперь? Хорошо. More options... Погоди, а как? Да, выходим. Давайте перезагрузим. С момента, где мы оказались. Что же, вторая серия, которая у нас заканчивается таким образом. Нет, это просто вода. Теперь мы это знаем.
Я как-то не так должен был гавкнуть. Оно закроется. Оно в любом случае закрывается. Оно в любом случае закрывается. Я могу пройти вот здесь. И вот здесь тоже. Здесь, кстати, ничего нету. А странно. Ага, вот сюда можно наверх, вон туда можно. А дальше, если что? А дальше можно зарядиться. Тут у нас целая поляна. А еще дальше? А еще дальше меня просто вернет туда же. Странно, что тут трупа даже нету. Хотя это такое место. Прыгнешь ты по-человечески-то или нет? Ну, елки-то палки. Короче, ладно, это... Допустим, это был не баг, допустим, игра хочет, чтобы я так сделал, они от меня отрезают эту фигнюшку. А я не долетаю, а как? То есть меня туда выпускают? Да. И что, да, Лише? Этот балкончик, он как бы ни о чем. Ну-ка, я могу в какое-то другое место выйти тут? Нет, тут у нас просто поляна, которая выводит наверх. И вверх у нас просто закругляется в эту же пещерку, которая выходит на перекресток. Из перекрестка у нас выход только на балкончик. С балкончика он прыгает очень фигово, потому что здесь с прыжками все очень фигово. Да, оказывается, можно допрыгнуть. Спасибо тебе огромная игра. Блин, криво просто максимально. Хорошо, что я отсюда делаю-то? Не вон туда? И здесь еще один проходик. Да, и так я восстанавливаюсь с этой своей красной штуковиной. Но ей плохо, ей явно плохо. То есть вот эта дверь, ага. Тут где-то еще теоретически есть два трупика, но... Я даже не знаю, это все очень сильно похоже на какой-то эндшпиль, и сейчас искать трупы. С другой стороны у нас открыты проходы. Да, туда можно на R было пройти, я видел. Вот этот шарик, который мне, скорее всего, нужно будет как-то отсюда выпхать. Пойдем посмотрим. Я бы такой бы, чтобы где-нибудь сохранился бы, наверное, знаете, потому что серию-то пора заканчивать. А вот это все тогда что? Вот это место, это что тогда? Ладно. Тут какое-то говно происходит. Беги, пожалуйста. Что я сделал?
Шарик запустил. А, шарик, который перекатится сейчас туда, и я смогу пройти здесь. Хорошо. Так, мне бы теперь, пожалуйста, зарядиться еще разочек. А зарядок у нас тут не было, да? Ладно. Давайте просто подниматься. Может, по пути что-нибудь найдется. Я могу забрать эту фигню с собой. Она мне все равно уже сделала то, что надо, да. Ему прям фигово-фигово. А куда? Что я делаю? Вот что я сейчас делаю? Уже не то. Просто не пойму, что я ищу. Мне туда? Туда не попадаю. Сюда, что здесь? Ой, блин, это мистер неочевидность просто. Сюда, но здесь нет ничего. Я даже не вижу никакой ни кнопки активации, ничего. Кстати, я могу бегать довольно быстро. Наверх. Я туда не долетаю. Ай, ребят, короче, не знаю. Все, давайте на этом заканчивать. В крайнем случае, я там чуть-чуть перепройду с какого-нибудь кусочка, начнем уже с этого вот этого момента. Я уже просто подустал, не знаю, замучила меня как-то эта игра. Наверное, я предполагаю, что следующая серия будет последней, эти две серии вот этой прошлой были немножко подлиннее. Следующая, скорее всего, будет последней, поэтому давайте заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.